Перед началом сплава инструкторы проводят обучение навыкам хождения на байдарках и подробный инструктаж по технике безопасности во время сплава. Тем, кто слушает, не составит труда управления байдаркой, повороты, торможение и ускорение. Послушали, облачили спортжилеты, уселись в байдарки и в путь. Когда сидишь в байдарке, чувствуешь себя комфортно и готовым покорять воды Турунчука. С байдаркой может справиться даже тот, кто никогда ранее не пробовал сплавляться ни на одном плавсредстве. Инструктор сопровождает группу в течение всего сплава. Это дает возможность в любой момент получить советы и рекомендации. Присылаем полный комплект снаряжения. Имеется в виду два весла, байдарка туристическая двухместная и спас-жилеты для каждого. Плюс также мы выдаем чехлы для защиты мобильных устройств от попадания влаги. Ну, в принципе, еще идет сопровождение инструктор и доставка трансфером из города на точку. Какой страх? Тут все-таки ни каких-то, ни океанских волн нет, ни какой-то огромной глубины. Тем более у нас есть тренированные, адекватные инструкторы, вот такие спасательные жилеты. Сам сплав проходит по живописной реке Турунчук. Первозданная природа Нижненестровского национального природного парка, редкие растения, множество птиц и мелких животных, многие из которых занесены в Европейский красный список и Красную книгу Украины. Маршрут продуман так, что вдоволь наплававшись по узеньким заводям Турунчука, мы увидели неописуемой красоты озера Софьян. Очень приятно, красивая природа. Вообще вот на Украине очень много мест, где можно классно отдохнуть. И вот такой вот отдых замечательный. Дышишь свежим воздухом, занимаешься спортом одновременно. Ну вообще классно. Сплав на байдарках может быть как спокойным и размеренным отдыхом на воде, так и быстрым и стремительным соревнованием между командами на байдарках. Скорость реки небольшая, что позволяет плыть по течению и против него. Для того, чтобы в целости и сохранности передвигаться на байдарке, необходимо четко соблюдать команды инструктора. Их всего две. Это «суши весла» и «к берегу», что означает остановиться или прижаться к правому берегу. После активного и веселого отдыха в соответствии с планом, построенным организаторами, мы остановились для восстановления сил и пикника с костром. И, конечно, искупнулись в свежих проточных водах реки Турунчук. Природа потрясающая. Тут, конечно, ну вот надеюсь, сейчас поплаваю еще, может, там увижу какую-то живность еще побольше, еще будет и больше впечатления. Когда люди впервые из бетонных джунглей, из урбан пространство попадает на территорию национального парка, попадает на реку. Первое впечатление людей, которые выходят на веслах на реку, это, конечно, легкая эйфория, это полная смена контраста обстановки. Сплав на байдарках в Одессе стал возможен не так давно, но уже завоевал множество позитивных впечатлений. В этом убедились Дарья Сидоровская, Андрей Нелупов, Грузское ТВ.